Нет, просто... у тебя нет объяснений, просто? Просто я хотел поделиться. Просто я подумал, как я буду выглядеть лысым. Ну, очень миленький, сексуальный такой. И ты похож на стандартного вот гопаря. Смотри, Immoral, он брал Apple и Tesla точно перед сплитом последним. Apple плюс 15, Tesla плюс 40%. Сплит был полгода назад. Доди Догори взял на 600 баксов. Красава. Все, халди 10 лет. Никому ничего не советую, я не разбираюсь ни в чем. Это вы сами делаете на свой страх и риск. Спасибо. У Миша жирные дивиденды получит от Норильск никеля. Да мне их немного, Норильского этого никеля. Ну, Миш, процентуально, процентуально. Процентуально. Я. Персентиль. И у нас нет... Есть баги между нами. Окей. И у нас есть... Додидо очень торопился писать, не успел переключить раскладку. Сейчас узнаем. То есть советовал, сейчас не советую, говорит. Не-не, я никогда не советую. У меня даже написано на сосках, то, что я никому ничего не советую, и делайте все сами по себе. Я просто мое личное мнение рассказываю. А как, еще раз напомню, расшифровывается сосок? О, Мишань, как ты не знаешь, что такое сосок? Да ладно. Я забыл. Что это за аббревиатура такая пошленькая? Почему пошленькая? Стандартная, хорошая. Специальный отчет Соколика о транзакциях. А, специальный отчет Соколика о транзакциях? Угу. Ну ты там прям рандомно буквы повыделял, да? Я смотрю. Ну. Ну и ладно. Сам пошел гуглить. Сосок-т. Не, он транзакции просто не ты, а там... Да, там другой. К взял и все. Вы же ему не сможете указать, какую букву ему брать. Он берет от жизни, да, что и... хочет. Правильно, Мишень. Хочу, беру К. Хочу, не беру. Мой сосок, что хочу, то и делаю. Да. Кстати, ты брил свои соски? Боже ты мой. Господи, нет. Мне нужен реддот. Советы сокола. Сосок. О. А? А? Ну, вот так и надо было сделать. Изначально. Нет, это не советы. Это... О. О транзакциях Соколика отчет специальный. Спасибо, Стасек. Это как к Соколиным отсасывающим системам отсылка. Не надо путать Соколины отсасывающие системы и Соколиный отчет о транзакции. Один раз... Да. Это... Нет, подожди, это был один и тот же человек. Что ты спутал? А, ты имеешь в виду Соника. Да, это разные были. Соник и Сокол. У вас очень много общих букв. Количество... Момент бывает только с Соником. Правее, бери, правее, 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 бери. Ну на да, 120. Я вижу. Выехал. Там не должно быть никого. Главное, чтобы недалеко скинул. Воду не хочу. Вот как ты добьешь. Ну потом сушиться. Вроде успел, воду. Да? Нет, не воду, лепятка. Ну, в Липске никого, все нормально. Прятки, да. 37 лет, говоришь, да? Да, что не сходится? Что? 6 марта Миша был рожден. Изъява. Миша был рожден. Ну, туда могли приехать. Приехать и лутать. Поэтому двери мы смотрим. Есть машина какая-то странная. Да врываемся, погнали. Две машины, да. Мы втихаря врываемся.
Сразу направо, 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 направо. Там открыто. Переходим? Угу. Давай. И в доме, в моем слева, в одноэтажном. Я смотрю. Выход. Только одного. Мотоцикл. Возможно, две команды. Второго пока не вижу. Может, за грузом прячется. Есть флешка? Там не было звука. Ну давай, я чекаю, давай прикрываю. Не, я не прикрываю тебя. Я второго я боюсь. Я пулемет беру. Могли того поднять уже, мы же не мониторили его. Гоу. Правый дом маленький сюда. Нокнутый, вижу. Поднимать сейчас будет. За стенкой здесь. Внутри? Дай гренку. Нет. Красава. Не, ну Миша просто молодец. Модов много здесь. Мне редо только нужен. Мне энергетосы нужны. На, шприц. Е, спасибо. Но машины две. Три. Три машины. Здесь Аки еще машины. Люди должны быть, по идее. Ну, или они их убили. Мы слышали стрельбы. А эти подъезжали четко к грузу. Ложку на топ-рэмку не взял машину. А, там, я думал, что она у меня есть уже. Да и вертикалку что-то я не взял. Что сделал? Блин, страшно лутать. А кому сейчас не страшно лутать? Трик, привет. Так, ну что, поехали? Вот мотик есть. Опасно. Гоу. Неплохо. Неплохо. Начало хорошее. Пахнет топ-1. Люблю этот запах. О, призрани. Призрани уже. Самолет слышу. Самолет. Здесь чисто. Видишь самолет? Нет. Я тоже не. А он есть. Он улетает, нет. Видимо, на N. Что, лутаем здесь, сзади? Да, окей. А нет, это дроп. Хочешь, я тебе могу мини отдать? Не, не, а, все есть. Мне а, ну хотя давай, давай. По патронам, чтобы было удобно. О, компенс. Ну, тебе X8, наверное, имеет смысл на коряк вернуть. Ну, давай, на мне X4 просто. Нам могут с призна прийти. Угу. Я пока посмотрю в сторону призна. Самолет. Дроп. Гоу. Забирай меня скорей. Блин, я с двух разных сторон, что ли? Ну, с пауэр... А, тот, вижу, тот дропчик. Взлетающий. Вижу, да. Это не тот. Нам нужно с пару гридом. Блин, могу, да? Где-то вот здесь, я слышал. О, да, вон он, да, хорошо. Вижу его. Мониторю, смотри за дорогой. Окей. Пока что ноль. Ноль. Нихц. 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 О, меншин. Скинул. 75. О, там скалы, мы можем подождать в засаде. Будем УАЗик брать? Давай. Go. Ориентировочно в скалах засаживаемся, заседаем. Ну да, у меня пулищик, хорошо. Мегас там был? Чин-чин-чин. Да в правых скалах. Не прячь машину, короче.
Просто прячь машину. Иксы есть. Лодка есть. Кстати, с лодки можем снять, попробовать. Ждем. Просто ждем. А лодка где? С другой стороны? Ага, вижу. 340, да. Кажется, едет. Нет, самолет. Самолет. Подкатился. Откуда? Вроде подкатился с 300, 285. Аккуратней. Или это волны были, или подкатился. Волны, наверное. Есть, нет, подкатился, ты прав. Ждем лодку или убиваем так? Ждем лодку. Увидели? Не могли. Они лодку видели, к ней сейчас будут ехать. Снимаем с лодки, да? Ну давай, ты сказал с лодки, значит лодка. Блин, там плохо получается. Ну ладно. Я готов. Угу. Я тоже. Нет. Жду. Они на камнях. Мониторят нас? Да. Похожим. Да. Ну, увидели машину, УАЗик. Мотик. Будем пикаться? Ну да, ты видишь? Я точно пикаюсь, да, вижу. Ну поехали. Хорош. Я оставляю тебя. Да. Сам. Блин, как выехать? Там тебе просто на горочку забраться и сверху. Черт, забрался, кажись. Мотик бери. Да, понял ее. Да. Пик. Хорош. Насколько можно. Поднимает. Я понимаю. Еду. Мониторю. Машину мы не заруинили, не можем, да? Да, я ее вижу чуть-чуть боком. Да, все, поднял. Один лечится, один отходит назад к машине. Попал, битый. Куда? Кто в машине был? Попал, битый. Машину можешь руинить? Не могу. У меня тут каверов нет, блин. Сейчас, подожди, я сначала себя обезопашу. Смог. Да, смог делаю. Руини машину, уже не уедут. Они оба без каски должны быть. И лодку посматривать чуть-чуть. Наверное, на лодке они не едут. Они там прыгают в дымах. Угу, вижу одного. Попал. Они уходят влево. Попал. Поплыли. Попал. Блин, да сколько можно попадать? Сокращай каким-нибудь макаром. Может, даже пешком они не смотрят. Лодку? Да. Есть, нокнул одного. Всё. Лодку мониторю. Быстрый блюдаут будет. Так, так вот возвращается второй к тому. Плывет, долго плывет. Нормально все. Вышел. За камнем. Вижу. Вот здесь вот. Ко мне сзади идут. Ой, плохо. Вали. У меня смоков нет, к сожалению. Кажется, подкатили ко мне уже. Вали. Я и мониторю тех двоих. Он лег здесь. Я не могу через маленький камушек пройти без, чтобы без звука. Можешь уехать? Ой, хорош. Вижу. Дал ему. Есть. Хорош, Соколь, хорош. Ну, эти были какие-то вообще живучие. Ребята. Да, мега караси какие-то. Так, черт-то три мой.
Хотя там от Т3, наверное, осталось, ни черта. Лутай, они же не подлутали груз. А, точно. Только я сначала энергетос возьму. Нет, одного лута, нет. А у него нормально. А этот пустой вообще, капец. Мой тоже. Но у моего медицины чуть есть болики. Ладно. Плыви. Привет, Строк. Привет. 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 СЛР. Так, у нас там на север надо будет сдвигаться по грузу, по кругу точнее. Я бы, конечно, попробую вазик вытолкнуть мотиком. О, вижу, ты проехал. Не соглашу. Гроза. Человек. Не буду брать. Ой, Миша, аккуратно. Где? На горе, скорее всего, остановились. Где ты был? Давай к скалам возвращаемся. Бежать к скалам, я сейчас попробую толкнуть вазик. Попробуй проехать на нем, если не получится, то я знаю, где еще один стоит. Давай, сейчас еще раз. Пофиг. А, не, нормально. А-а-а! Дай мне энергетосик, пожалуйста. А лучше два, если у тебя больше, чем четыре. Теперь у меня ровно четыре. Поехали. Так, прямо выбираем место. Поехать, чтобы выехать. И вот здесь УАЗик есть. Этот УАЗик топовый. Ну, лучше, да, да, два взять. Че, поехали? Давай, здесь да. А, или... неопределенное. Ну, вот здесь есть наше место, типа, но оно такое. Давай, че. Давай проедем, реально посмотрим корочку. Но... блин, сзади меня же... едут мотик. Сбоку от меня, слева от тебя. Слышу, да. Агрессивненько. Здесь. Попал даже по нему. Здесь открыто. Опасно. Лево меня пикует. А, баги на точке. Короче, не едем, не едем. Давай. На скалы, короче, едем, пытаемся. Ну, скалы там топовые, в общем-то. Если не заняты. О, здесь параплан, он, кажется, резв, да? Да. Не вижу пока. Издалека стреляют, но это так. Дома закрыты перед нами. Ну, если закрыто, может, не. А? Да, давай, гоу. Красный справа. Ну, все могут быть. Да. Я лучше один пока что. Федор. Высыпал 330. Можно параплан взять, топливо есть. Я серьезно. Но он нам ничего не принесет сейчас войти в таком. Ну там мы сможем выбрать место, куда приземлиться на берегу. Можем порулить сейчас, а потом. Ну и красиво. Мы сколько раз-то вы на параплане-то не летали? Поехали. Не, не сейчас. Или сейчас. Давай, долутай, нет. Посмотри, что там есть. Каска вторая. Кто-то подъехал. Ух ты. Кто ты подъехал? Кто-то не? Откуда тебе прилетел, ну скажи мне? Мне прилетел. О, сейчас едет. Ну что будем делать? Угу. Я подождал. Параплан нет? Ну как? Как ты капитан? Пойду заправлю его. Go. На параплан. Меж нами память... А как его уводить? F или что там? Нажимаешь на shift. А shift, да? Погнали. Ну, Z.
Мы с ним умрем. Между нами память и туман, ты как во сне. И тягу должен. Все, вниз нажимай, вниз на S. У-ху! Так, а куда лететь-то? Ты капитан, вот смотри, труп новый. Ну весело же. Набираю высоту. Так, а будка, которую мы пролетели, она норм? Ой, там груз у них лежит. Будка норм? Вроде. В круге, не в круге? Круга... Будка прям на самом-самом краю. Будем от нее отыгрывать, от края? Не знаю. Может, Гарри Поттера захватить? Гарри Поттера, ой, смотри. В нашем этом... Гарри Поттер занят или нет? Гарри Поттер, внимательно. Сейчас там по нам стреляют, я в ответ. Гарри Поттер, вроде нет. Экстренное снижение. Крыло! Нет! Фух! Извините, позицию заняли. Держись, соколик, держись! Зато мы в центре круга, и мы сделали разведку, мы узнали, что противников здесь нет. У нас там на бункере эти упыри есть. Я бинтуюсь. Короче, не пикайся, пожалуйста. Не пикайся. У нас хорошая ситуация. О, скрипа, привет. Я еще так это самое приземлился экстренно, реально. О. Кемп перед нами не занят. Кемп не занят перед нами. А, я думал, уже заняли его. Ну, он... Ты дал пикаться. Ну ладно, пойдем. Сейчас кемп будет занимать люди. Пикается один там за... Зачем? За УАЗиком 300. Ну, тебя вижу, туда нет, кажется. А у меня там этот, как его, листва. А? Это по тебе. Не-не-не, может быть. К нам едут? Да, я пытался, но попал. Паки завелось. Я их не вижу здесь. На первом этаже норм. Нет, я буду все равно здесь жить, мне нормально. Да-да-да, хорошее место. Дырявое, по центру у всех, но хорошее. О! А не хочешь кем занять? Он безопасный. Да? Да. Пошли. Гоу. Нет. Черт. Наверху два человека, 300, с горы будут нас видеть, но мы... Наша задача кемп. Броня здесь вторая. О, ну вот после следующего попадания беру броню. Самое опасное — это люди на 300 над нами. Там две команды, одна на 350, другая на 300 ровно. И челы на 100 нас просматривают. Вот это они. Я бы на твоем месте по периметру не ходил, ты в спину простреливаешься, не? Простреливаешься. Не, я специально за домом прячусь. Окей. Привет, FoxM, добро пожаловать. Добро пожаловать. Привет. Привет. Спины, я думаю, не должны нас убивать. Угу. Кто-то стреляет. Это третья тима на 280. Здрасте, Дволин. Сейчас только движений, потому что тебя могут постоянно держать на мушке. Простые движения. О, этих челов. Хорошо. Не вижу их там.
они думают, может, что мы Гарик? А мы такие. Привет. Вижу его, к пушке подбежал. Е. Уже не вижу. Ровно на желтой. Ага, она в зоне. О, еще там. Подниматься будут. Угу, они везде. Вижу его опять на пушке там. Очень много одиночек. Ну. Ну, Брэндон. Все, закрывай своих, короче. Пытаюсь. Я буду, наверное, смотреть 210. Он под лоу-граундом может изи пройти и даже его не убить. Я могу тебе про это самое подсобить. Не-не. Как-то. Ты смотри тоже на все стороны. Но они все на нас должны будут бежать. Твои-то ты наверху должны остаться. Да, мои останутся наверху. Не, а может он под лоу-граундом прямо пройти очень далеко. Так, я все-таки к тебе. Видишь, он может со 100 на 50 пройти под лоу-граундом. Хотя вот он стрельнул только что. Да, я вижу, слышу. А у нас в спине не может быть на 340? У нас на 320 есть один человек, который на УАЗике приехал. Да-да-да. Но он в простреле, то есть если начнет нас пикать. Короче, смотри, я зад смотрю. Угу. Вот этот чел. Он сейчас тоже. Ему тоже надо будет бежать. Ага, вроде двигается 100. О. Ага, это наш чел. Бежит на 105. Помощь нужна? Да, блин, попал. Он за башней в хайграунде. Битый. Но ему надо будет к нам бежать, то есть он там сверху остановился чел. Да, его... Я мониторю этого. Он один. То, что его сзади не убивает, это странно. Ага, второй побежал, их двое. На 130 они сейчас. Да, за лоу-граундом башни. Вижу. Откидывают. Вижу. Вижу. По мне там что-то попало. Мне так, 6 человек. Так, 305. Андрей, да. Реагирую на стрельбу. Вполне вероятно, сейчас мы побежим на стрельбу. Я лечусь. Я бы хотел зайти с 340. Смог 215. Ладно, разделяемся, короче. Ко мне давай. Если сможешь, давай ко мне. Козырное место самое. Бегу. На перестрелку будем бежать прямо вперед на стрельбу. Штейн? Да и нет. Машинка. Go. Вижу одного. Ко мне едет. Не стреляю. Сразу минус. Еще двое. Двое были на 245. Блин, мы в зоне, Миш, не надо рисковать. Ну, я шумел, тихо, тихо. Меня знают. Тихо. Да, у меня оба. Вижу одного. Попал. Нокнул. Второй там же? Нет. У меня второй. Блин. Ты же сказал двое. Нет. Аккуратно. Крайне. Пикай. Не думай обо мне. Он берет гранату, разогревает. Кинул. Мимо вроде. Да. Опять граната. Молотов. Я его вижу, хорошо, он за деревом стоит до сих пор. Ты что, топ-1? Топ-1. Блин, помешань. Два? Ты же говорил 15. Я свои 5 сделал. У меня 4. Ну,
Ну, потому что... Ну, недобор, нужно... Я побежал тебя прикрывать. Ой, соколик, ёпар, СТ. Я не говорил, что у меня два. Да, ты сказал. Нет. Чатик. Нет, я не говорил, что два. Так. Миш, антифандерна, спасибо, Стрикс. Миш, ты это сказал, ты сказал, что у тебя оба. И я сразу побежал в ту же секунду, сейчас я смотрю по фото. Говорил? Да ладно, да нет, да нет. Да нет.